Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, я ни в коем случае ничего не рекламирую, никого ни к чему не принуждаю. Всегда рассказываю, во всех инвестициях есть риски, можно как заработать, так и потерять. Я рассказываю лишь, где зарабатываю и что с этого получается. Сейчас расскажу вам о проекте BTB, покажу, как я вывожу средства, покажу, как тут все работает и функционирует, значит, регистрация. Тут есть с помощью номера телефона, выбираете страну, допустим, Казахстан, Украина, Беларусь, Соединенные Штаты, страны, тут любая страна, очень много стран. Дальше код верификации, логин, подтверждение пароля и код приглашения. Есть также регистрация через электронный адрес, то есть e-mail, пароль, подтверждение и код приглашения. Давайте я сейчас залогинюсь, так как я уже зарегистрировался с помощью электронной почты. Я нажимаю сюда e-mail, вижу, ввел свою почту, нажимаю вот сюда вот. И теперь, что нам тут нужно сделать? Так, тут у нас также находится приложение, мобильное приложение. Вот у нас application, где мы можем скачать. Можем вот сюда вот нажать Android Download. Download, и тут для Android у нас будет скачиваться приложение. Ну, я, так как мне оно не нужно. Сначала тут находится кнопочка пополнения баланса. Пополнить можно с ТРЦ 20, но вот тут кнопочка депозит. Можно пополнить с ТРЦ 20, с БЭП 20 и с банковской карточки. Допустим, USDT БЭП 20, вот на вот этот вот адрес. Вот, к примеру, его копируете. Допустим, вот копируете адрес. И вот так происходит пополнение баланса. Дальше. Тут у нас... Так. Так, перед инвестициями нам нужно зайти в мой аккаунт. В мой аккаунт зайти и нажать вот сюда вот заполнить информацию. Заполняем свою информацию, вводим настоящее имя, страну, наши данные. Так, заполняем данные, нажимаем кнопочку ОК. И теперь мы должны подождать, пока наши данные тут, так сказать. Все, данные наши на проверке. Теперь мы можем зайти вот сюда вот, нажать кнопочку XRP. И все, у нас вот теперь, как видите, уже работает наш депозит. Все, теперь мы переходим в наш аккаунт. У нас $10 на балансе. Так, теперь смотрите. Теперь мы можем вот здесь вот комьюнити кнопочка. Тут также можно приглашать партнеров и получать за них вознаграждение. Вот тут вот можно все видеть, скопировать свою ссылочку для приглашения. Тут мы можем видеть, сколько мы получили. Теперь дальше мы переходим вот сюда вот и нажимаем кнопочку вывод средств. Нажимаем кнопочку withdraw. Выбираем, я буду выводить на ТРЦ 20. Мне там просто сейчас нужны денежки. Так, 3% у нас минимальный вывод. Так, withdraw amount. Давайте введем 10. Так, платежный пароль. Сейчас введем. И код с Google аутентификатора. Открываем свой аутентификатор Гугла. Нажимаем ОК. Все. И теперь, как денежка мне поступит, я вам покажу свой трон. Видим, денежка у нас поступила. У нас пришло 9,7 USDT. Ссылочка остается под видео. Всегда помните о рисках. Я даю только информацию. Любой проект внезапно может прекратить выплаты, поэтому стоит об этом
всегда помнить и понимать. На этом я желаю побольше профита, удачи, заработков, ну и до новых.